Всем привет, дорогие друзья, и на ваших экранах наконец-таки Куан Чи, наконец-то он победил, потому что заклинатель — это всегда жестко. Мы играем против Скорпиона Нинджутсу, и сейчас будем его зонить, стараться, да, на птицу выводить вот это все дело. Так, так, ну немножечко пингует, конечно, поэтому... Вот, видите, да? You've lost your sting. Ой-ой-ой, как жестко. Но, видите, я немножечко неправильно сделал. Так. Так. О, это правильно. Это теперь оверхедик. И я, видите, не смог правильно распознать. Я не смог правильно распознать, попала ли экс-руна вот эта, да? Ой-ой-ой, как я напоролся-то. Окей. Так. Немножечко... Пошел оверхедик. Понизу. А, заблокировал. Шикарно. Что? Как он ответит нам? У нас есть вообще очень много разных... Давай, телепорт делай. Или я руну буду делать. Делай телепорт. Я тебя заставлю. Я заставлю. Ну? Правильно? Заставил. You will obey. Умри или подчинись. Можно еще вот так вот птицу вызывать. Ой-ой-ой, надо было птицу заранее, заранее. Слушайте, не, ну так не пойдет. Дружище, давай. О, это вывод, ребята. Это вывод на транс и... И все нормально. Давайте фаталочку сделаем. Тотальное подчинение. Очень жесткое. Следующий противник — Китана под ником... Оп! Секера. Так, низ пропустила. Пропустила низ Китана. Пошла... Ой, пошла жара. Подлагивает маленечко, да? Во! Ой, как жестко. О, второй не получилось, да, вторую сделать. Так, понизу. Понизу не понимает, смотрите, не понимает. Не понимает. Теперь я уже не понимаю. Окей, давим. Придавим и добиваем. Пока что Китана вообще не понимает, что происходит, по-моему. Так. Ну что, почему ты меня не зонишь? Надо меня зонить надо. Оп. Оп. И совсем не может. Ой. Еще и подлагивать-то, как смотрите. Ой, тут я сам уже ошибся. Смотрите, какой X-Ray она мне прописывает. Довольно красивый такой. Кстати, какое интересно у меня бруталити получится сделать в этот раз. Ой, как не вовремя ты присела. Акведук, акведук. Он такое ощущение, что говорит акведук какой-то. О, здравствуйте. Придавим. А, нет, не придавим, ребят. Сделаем фаталити. Сейчас у нас будет Китана. Китану и там, и тут передают. До чего техника дошла. Продолжаем разговор против Profit 100. Профит, получит ли он профит? Интересно. Ой-ой-ой. Слушайте, что-то сегодня мне какие-то... Народ какой-то пинговистый попадается. Я что-то не понимаю. Почему так? Да, смотрите, какая гигантская вообще задержка. Окей, давим. Оп. А он, видите, он сам не может, потому что если лагает у меня, лагает у него. Хотя, смотрите-ка. Акведук. О, тут я не рассчитал. Зонинг. 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 А, он, видите, он защитный тотем ставит. Окей. Ладно, не хочешь сам подходить, я подойду вот так. А, окей, понял. Правильно, правильно ты. Пок и, смотрите, захватик. Руна! Все, тут уже как бы ничего не сделаешь, у него жизни не хватило. Зонирование. Зонирование. Я понял, это больно, это лучше не прыгай на меня. У меня очень хороший апперкот. Ой-ой-ой, я хотел сделать... Давай, прыгни на меня. Воу, 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 плюс на блоке, алло.
тыщ. Так, пошла. Разводочка. Ой, акведук не получился у меня. Давно мы, ребята, фэкшн-киллы не делали. Ну-ка. Destroy him! Посмотрим, какой это будет фэкшн-килл. Это будет... По-моему, это извращенная магия называется. Наша следующая битва против Эрона Блэка... Ай-яй-яй, если бы не лагануло, я бы, знаете, сейчас что сделал? Я бы сейчас очень много полезного сделал. Вот, например, вот это бы я сделал. Так, пошла. Ай-яй-яй. Поймал. Эрон Блэк у нас преступник сегодня. Мы его накажем. Пока что наказываю, нормально. Ой, хорошо, что я это... Хорошо, что у меня не получилось. Акведук. Ой, не понимаю, что он делает. Я его прессирую прям. Но этот апперкот был очень поздний. Пошла ответка. Давай. О-о-о. Даже мой супер апперкот не помог. О, тихо. Нет. Я, кстати, стою на иголках. Ну что, будешь на меня прыгать? Или я буду зонить тебя? Зонинг. Опа, отличный апперкот от Кванчи. Мне нравится. Он довольно-таки... Не как у Лю Кэнга, конечно, но тоже норм. Ой-ой-ой, подлетел прям. А, хорош. Хорош, это правильно. Ай, опять не получилось, смотрите-ка. Что, подкат будешь делать, да? Так, поймал. Чик. Не понял. Низ он... Смотрите, на низ реагирует нормально. Надо было ничего не нажимать. Надо было просто нажать. Окей. Тихо. Тю-тю-тю-тю-тю. Оп. А я... А ты думал, так все просто, да? Ты думал, я буду на это постоянно вестись? Нет, дружище, нет. Не бывать этому. Ой, здравствуйте. До свидания. Настало время сразиться с Лю Кангом. Арка, как... Ой, блин. Слишком это все быстро делается. Именно Кван Чи виноват, то, что Лю Канг таким стал. Тык-тык-тык-тык-тык. Ох ты, а он хитрый, оказывается. А Лю Канг-то хитрый. Слушайте, а что мне делать-то против него? Это будет тяжело очень. Тихо. Давайте как-то, ну, отвечать уже пора. Уже пора отвечать. Так, давай сюда. You will bow to me. Акведук. Ой, давайте я простую разводочку сделаю. Earth Realm Champion. Я ошибся. Я ошибся, ребята. Я что-то хотел намутить, намудрить, но что-то у меня... Вышел, я перепутал кнопки совершенно. Так. О, зонинг. Ой, надо было наказать его этим. Ну, у меня привычка захват. Ай, хорош. Это я, конечно, мог. Так, что ты будешь делать? Зря я это. Окей, конечно, он на меня будет лететь. Что я сделал? Тихо. Тихо, пока, надо аккуратно с этим Лю Кангом, он хитрый. Ой-ой-ой, пропуск. Да, вот это вот у меня разводочка получается не очень хорошо. Тык, и пока, и опять захват. Знакомая разводочка, да. You disappoint me, Liu Kang. Yeah! Кстати, он когда ногу поднимал, он сейчас меня мог задеть. Окей, 3 метра против. Ой-ой-ой, тихо. Повезло. Да, нет. Хыщ. Ой, зря это придумал все. О. Как он отпустил-то? Ой-ой-ой, пошла жара. Может быть, так и будем продолжать? Тых. Так.
Опять отпустил. Красавчик. Акведук. Вау, тихо, тихо. Это все, друзья. Это было слишком агрессивно с его стороны так делать. Ладно, давайте faction kill number 2. Finish him. Темный маятник давай. Это темный маятник же. Kill him. Дешево и сердито. Друзья, если вам понравилось, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. А в комментариях голосуйте, за какого персонажа я буду играть в следующем выпуске. На этом все, всем спасибо за просмотр и всем пока!